вторая работа, которую я хочу представить на конкурс, это графика. И данная работа выполнена тушью на бумаге. Название работы «Тишина». Размер работы 30 на 26 сантиметров. Вот. Часто люблю делать пейзажи различные именно тушью. Ну и бывает еще тушь комбинирую с другим материалом, например, как сангина. Вот. И в данной работе я хотел показать вот силуэт деревьев на переднем плане и ель, которая немножко уже, можно так сказать, засохла. И, конечно, на заднем плане уже некие такие дали. Вот. И, конечно, тушь, нравится мне этот материал тем, что где-то местами она может быть прозрачная, где-то местами очень такая густая и темная. Ну и плюс можно там где-то пером поработать, а где-то именно и кистью. Вот. И, конечно, в итоге получаются интересные работы. Надеюсь, опять же, работа понравится, и жюри смотрит ее по достоинству. Спасибо за внимание.